Привет вас, мои друзья и гости канала. Добрый вечер. Сегодня 9 число. Еще раз девушек поздравляю с прошедшим праздником. Ну и, конечно же, очень много комментариев было за сегодняшний день по поводу обвала рубля, по поводу того, что будет с недвижимостью и так далее. Сразу скажу, я со своей стороны никакой не биржевой брокер, ничего, там не экономист, поэтому не могу я вам давать какие-то там прогнозы, но ради интереса сейчас после тренировки зашел, промониторил, посмотрел те кризисы, которые были связаны у нас в России в связи с тем, когда у нас рубль обваливался. Ну и теперь для себя и для вас могу донести определенную информацию. Ну, во-первых, два раза, когда у нас обваливался резко рубль, то как следствие сразу остановились у нас ипотечное кредитование, и в том числе автокредитование, и все остальные виды кредитования становились сразу с процентом гораздо выше. И, соответственно, было время, когда ипотека у нас прыгала до 17%. До 17%. И это факт. Что касается автокредитов, да, они у нас прыгали до 25% в легкую. Можете просто посмотреть 2008 год, можете посмотреть 99 год, точнее 98 год, и вот примерно тоже для себя определенные выводы сделать. Следующий момент. Недвижимость тоже посмотрел, в каких-то городах был наоборот спад недвижимости, в каких-то наоборот был резкий скачок в зависимости от города. Ну, судя по Сочи, скорее всего будет скачок на недвижимость. Что касается элитной недвижимости, то там люди, скорее всего, потеряют, потому что люди изначально делали ремонты, продавцы там из-за расчета, если перевести все это в доллары, в евро, конечно же, потеряют 100%. Эконом-жилье никак это особо сильно не коснется, просто эконом-жилье подорожает. Сегодня я открыл свою корпоративную почту, где те или иные застройщики присылают информацию по тем или иным объектам, и, соответственно, те застройщики, которые сегодня работали, уже прислали письма, что повышается цена. Хотя я смотрел, как бы посмотрел за 2 марта, и 2 марта они уже повысили цену, там 1-2 марта уже было повышение. И повторное повышение. Да, не намного, где-то на 5000 рублей с квадратного метра, где-то на 10000 рублей с квадратного метра. Но факт остается фактом, ценник становится выше, выше и выше. Что касается, не знаю, завтрашнего дня, я думаю, что доллар, скорее всего, может быть, и немножко Центробанк его сможет это сдержать, в том числе и евро, но я не думаю, что прям будет сдерживать так же, как сдерживали на протяжении всего года. Нефть обвалилась, и, соответственно, доллар сразу же у нас подрос, и рубль, конечно же, у нас сразу стал падать. Что касается недвижимости, в любом случае люди будут покупать. Единственное, что я думаю, что в течение недели, скорее всего, вот эти всевозможные льготные ставки по ипотеке и тому подобное, скорее всего, как-то это аннулируется и будет давать под максимальный процент. Ипотека это под 13% годовых, плюс еще появятся какие-нибудь там проценты за обслуживание счета, появится еще что-нибудь. Ну, как бы уверен. Просто достаточно посмотреть аналитику за последние 20 лет, и вам тоже станет понятно. Ну, не за 20 лет, там за последние 22 года, и вам будет понятно, куда мы двигаемся. Да? Чтобы двигаться вперед, нужно знать историю. В общем, это несложно, это каждый из вас может сделать. Соответственно, я думаю, что сейчас временно у нас будут отказы по ипотекам. Поэтому, если у кого-то ипотека открыта, я рекомендую ее добить и ее реализовать. А вот новые ипотеки, я не знаю, будут одобряться или не будут. Завтра мы будем делать заявку, и я, скорее всего, либо завтра, либо послезавтра вам скажу. Потому что, насколько я знаю, у нас сейчас 3 клиента, которые хотят открыть ипотеку. Что касается цен, ну, однозначно цены повысятся, у нас, знаете, и ГСМ поднимется, и, соответственно, на этом фоне все равно все поднимется. Плюс еще есть ряд товаров, которые
привязанная к, к доллару. И, например, вот сегодня для интереса зашел на сайт MVideo и захотел посмотреть по айфоны, да, просто-напросто, и просто почему-то ни с того ни с сего нет продажи, как бы нет наличия и тому подобное. Посмотрим, что будет завтра по факту. Я думаю, что и в том числе всевозможные гаджеты, там, включая всякие Apple и тому подобное, конечно же, это все у нас яблочная продукция, конечно же, она поднимется. Что касается автомобилей, я тоже думаю, что, скорее всего, поднимется в любом случае. Да, и так поднимается, и тоже ценник станет выше. Вы сами понимаете взаимосвязь, потому что, по сути, доллар у нас поднялся на 10%. Если даже поднимут автомобили на 2-3%, то вы сами понимаете, что это уже, ну, как бы существенное, да? Если там автомобиль стоит, например, 1 000 000 рублей, то уже, соответственно, будет немножко все равно ценник кусаться. И самое интересное, что даже те автомобили, которые нас собирают в России, все равно автоматически будут. Что еще неприятного, что еще плохого? Я думаю, что у нас, как мне поставили, интересно, вот я вот люблю вот наших соседей. Что касается прочего, да, вот кредиты, которые есть, я думаю, не стоит прям взять и закрывать, если они у вас, ну, если они у вас взяты на выгодных условиях. А вот если они у вас взяты не на выгодных условиях, то следующие условия будут еще хуже предыдущих. Поэтому посмотрите, если у вас, например, ипотека там под 10%, то я думаю, нет смысла. Это как бы это хороший вариант. Как вспомните, да, вот я помню, там 98 год и так далее. Потом просто-напросто просто закрывали, там чуть бы там не с, с там, там, тут чуть бы, ну, там, не там с 10 зарплат. Такое тоже я прекрасно помню. Кризис, конечно, коснется тех людей, которые завязаны на долларе, у кого там поставка и закуп товара в долларах и тому подобное, да, вот импорт прежде всего, ну и вот, в общем, ну и местное тоже, я думаю, поднимется. В любом случае, первая реакция — это цены на недвижимость стала подниматься. Завтра я для интереса сниму для вас сюжет, посмотрим, что и как. Слава богу, у меня есть некоторые фотографии, я могу, например, даже вы в моей переписке можете посмотреть, например, жилой комплекс «Облака» я там прислал своим клиентам месяц назад, там цена была 105 тысяч рублей за квадратный метр, а сейчас, к примеру, 135 тысяч рублей за квадратный метр. И при этом эти люди еще думают год поснимать квартиру, понятие, какой район им нравится или какой район не нравится. Я могу сказать со 100% уверенностью, любому даже маломальскому человеку понятно, что самый лучший район — это центр, это Заречный район, это Завокзальный район, это Бытха, это те топовые районы, ну, как центр Адлера, само собой разумеешься. Если для отдыха, это низ Мамайки. И я думаю, что, скорее всего, новостройки тоже будет, цена будет выше, потому что, опять же, много чего завязано на том же самом, не знаю, там, бетоне и все, потому что, например, даже сегодня мне отзвонился ну, один из застройщиков и сказал: «Макс, вот мы там с тобой разговаривали с клиентом там по дому, давай паузу небольшую возьмем на недельку, потому что вот по той акции, как, по которой я тебе предлагал, ну, пока я не готов». Ну, я ему в цвет говорю: «Что там, доллар испугался?» Он говорит: «Я не испугался, я же должен понимать, во что это мне все обойдется, и смогу ли я достроить коттеджный поселок или не смогу». Говорит: «При чем здесь, я испугался или не испугался? Говорит, мы же не альтруисты, мы тоже должны зарабатывать, и как бы здесь мое имя, говорит, я обязан исполнить обязательства перед своими покупателями, которые уже купили». Ну вот как бы так. Поэтому завтра, там послезавтра будет видно. Но, опять же, можете сами перепроверить мои данные, попробуйте загуглить и сами подчеркните эту информацию, что кредиты станут гораздо выше, ну и, соответственно,
Ипотека тоже, я думаю, что не будет такого, как некоторые клиенты у нас берут под 6%, под 7%, под 8%, скорее всего, будет 12-14%, это будет прям, вот это будет прям минимум. Потому что обычно, когда у нас вот такой вот именно кризис, связанный с долларом, с курсом доллара, точнее, с курсом рубля, когда он падает, соответственно, кредитные деньги у нас становятся автоматически выше, и кредитные деньги у нас становятся, мягко говоря, ну, уже не такие легкие, как хотелось бы. Если, например, мы с вами посмотрим последнюю практику, там, последний год, у нас ипотеку давали почти всем, да, потому что была стабильность на протяжении последнего года, доллар не поднимался, не падал, именно была стабильность, и поэтому банки шли на понижение процентной ставки и так далее. Сейчас, я думаю, что у кого деньги есть, я думаю, что банкам не будет хватать денег, и именно депозитные вклады, я думаю, сейчас процент будет увеличивать, потому что будут стараться привлечь к себе деньги, да, как бы, соответственно. Ну, а там уже будет видно. По большому счету, некоторые в кризис действительно закапываются еще ниже, а некоторые в кризис, наоборот, зарабатывают. Например, я всегда вот все время, вот сколько я себя помню, я всегда в кризис, наоборот, вот зарабатывал тем, что не опускал руки, немножко делал больше усилий и так далее. Ну, не даже немножко, а очень немножко. Да, приходилось пахать больше, но тем самым ты зарабатывал гораздо больше. Поэтому здесь тоже много чего зависит от вас. По поводу покупательской способности, я думаю, конечно же, покупательская способность будет падать, да, но за счет того, что я думаю, совсем скоро появится дефицит, потому что все-таки как ни крути, но в Сочи недвижимость дает стабильно 26% годовых прирост, и держать деньги в недвижимости — это все-таки в Сочи актив. Я не могу сказать про Орск, что там будет с ценообразованием, я не могу сказать про Оренбург, я не могу сказать там про Самару, про Тольятти, в этом отношении я не могу сказать. Но про Сочи я могу сказать со 100% уверенностью, что именно сегмент эконом — это от 2 до 10 миллионов рублей, все равно будет стабильно и устойчиво идти вверх. Ну и, соответственно, сегодня вот я пару объектов смотрел, которые для меня были привлекательны, для моих клиентов. Смотрю, и они исчезли у нас с базы. Ну, эти квартиры закрыты, там типа бронь за застройщика, хотя объекты уже готовы. Позвонил, дозвонился, сказали, мы пока приостановили продажу, ну, в общем, пока не горит, всю информацию получите в рассылке. В общем, это те объекты, которые привлекательные были по цене. Завтра заеду в Гранд Парк, узнаю, что там они. Завтра интересно посмотреть, что там фрукты скажут. Посмотрю, что у нас скажут Сент-Тропе и так далее. Знаете, объекты, которые именно строятся по федеральному закону 214, потому что они строятся, и они должны понимать, что, скорее всего, стройка у них автоматически станет, себестоимость стройки станет выше. Посмотрим, как они на это отреагируют. Ну и там уже будет видно. Но, если подытожим и сделаем небольшой итог, я думаю, точнее, я уверен, что кредитные деньги станут дороже, ипотека, само собой, станет дороже, недвижимость в Сочи уже становится дороже, еще выше, чем была. И, по сути, сейчас что остается, да, если у кого-то есть деньги? Инвестировать что? Либо хранить, например, в той же самой валюте. Но, как показал прошлый год, валюта тоже может быть и неустойчива, да, то она там поднялась, то потом как-то у нас приспустилась там до 60 рублей, до 59 рублей, если ориентируемся на доллар, и полгода ничего не показывала. Сейчас, да, скачок есть, у нас такие скачки были до 75 рублей еще полтора года назад. Посмотрим, что покажет этот год у нас интересный. Ну, в общем, будем смотреть, будем анализировать. Но одно я точно не жалею. Точнее, я жалею, что я закрыл кредит один на Кашкай. Как бы я считал, что он невыгодный. Но
посмотрим. Вот сейчас попробую завтра для интереса сделать заявку, да, вот, например, на автокредит. Под какой процент они мне в этот раз дадут? Ну, например, давали мне под 1%, посмотрим, что поменяется. По сути, у меня была цель закрыть ипотеку по Радужному, да, там сейчас у меня 12% годовых на остаток. Если у них там никакие форс-мажоры, они там не будут пересчитывать процент и так далее, то, я думаю, закрывать нет смысла вот раньше времени. По автокредиту тоже ставил цель закрыть кредит пораньше. Посмотрим. Единственное, что меня напрягает, это то, что есть определенные моменты. Все-таки машину с Германии я так и жду. Я оптимист. Даже уже доверенность какую-то сделал и так далее. Ну, так по мелочи все-таки думаю, что... Но там объем двигателя поменялся на 500 кубиков, стал больше. Соответственно, теперь думаю, какая же там будет доплата по этому курсу. Я думаю, там, может быть, ну, выйдет в копеечку. Ну, в общем, как бы так. Что касается путевок, ту путевку, которую мы взяли в Доминикану, я сегодня смотрел для друга, но мне тоже хотел, и созванивался со своим туроператором. Эта путевка сейчас стоит, вот на 8 апреля, мы ее взяли там за 145 тысяч рублей, если не ошибаюсь, или за 148 тысяч, то сейчас аналогичный отель, аналогичные даты, аналогичный самолет стоит 250 тысяч. Ну, само собой, чем ближе к поездке, тем цена увеличивается, но не так высоко, как вот сейчас показали, да, там ценник стал какой-то прям ненормальным. Единственное, что тоже смущает, что бронирование-то происходит, оплачиваешь 50%, не знаю, какие вот сейчас 50%, по идее, я должен заплатить по той же цене, которая и фигурировала, потому что нигде не было в договоре привязка к курсу доллара, курсу евро. Ну, вот как бы так. Посмотрим, что будет. Однозначно отдых становится гораздо выше по цене, но за границей, потому что все-таки все у нас поездки привязаны к курсу доллара. И посмотрим, что из этого получится. Ну, как бы так. В любом случае, лучшие активы, я все равно считаю, что это недвижимость. Что считаете, вы пишите в комментариях под этим видеороликом. Само собой, тоже я общался с одним очень уважаемым человеком. Он сказал, что вот наоборот, вот те люди, которые разбираются в фондовом рынке, они сейчас могут прям очень хорошо заработать. Потому что зарабатывать получается хорошо именно тогда, когда резкие перепады, когда там что-то резко падает, что-то и так далее. Тогда, говорит, можно, говорит, выгодно взять, потом продать и так далее. Но в этой сфере нужно быть экспертом. А если, например, я попробую сейчас зайти в какой-нибудь фондовый рынок, скорее всего, я останусь без трусов. Да, без трусов. Ну, вот как бы так. В любом случае, поживем, увидим. Вы просили в комментариях мое мнение. Я его высказал. Еще раз повторюсь, это моя субъективная точка зрения. Вполне возможно, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Потому что, как бы, если бы я знал все наперед, то, знаете, как бы, если бы я знал, что жилой комплекс «Посейдон» выстрелит с 75 тысяч рублей за квадратный метр до 200, я бы, наверное, когда только переехал в Сочи, купил бы лучше там квартиру в «Посейдоне», там какую-нибудь там самую, там самая недорогая квартира начиналась за 1 700 000, и прям круто было бы, сейчас можно было спокойно там за 5 миллионов продавать. Но я думал, что там цена поднимется, но не думал, что вот именно так, да, и так далее. Как бы, если бы знать все на 100%, конечно же, было бы проще. Ну и некоторые мои инвестора сказали: Максим, давай немножечко сделаем паузу. Уже сегодня мне трое отписалось. Завтра в рабочий момент мы все со всеми созвонимся, потому что сегодня все-таки у меня было два проката, при том тяжелые два проката было. Ну, как бы абсолютно разные там и квартиры, там, и таунхаусы, и дома. В общем, все в разнобой. Сегодня опять намотал я. Ого! 340 километров. Че, серьезно? Офигеть, 340 километров. Поэтому немножко у меня голова не варит, когда уже вот такие тяжелые прокаты. Плюс сегодня была тренировочка. В общем, сегодня был полноценный рабочий день. Все, вам всем хорошего настроения, побольше позитива, вам всем добра и пока.